Друзья, очень знаменательный момент. Ну что ж, мы начали подготовку к эксперименту. Для начала мы купили 2 арбуза общей массой 45 килограмм. Далее мы начали размещать место, куда именно будет падать наш арбуз. Потом в целях безопасности мы загородили территорию, куда нельзя заступать. И вот начался сам эксперимент. Всем привет, дорогие друзья, с вами Тимур. И сегодня мы хотим сделать очень масштабный эксперимент. Скинуть iPhone внутри арбуза с 15 этажа. 15 этаж — это примерно 100 метров. Ну что ж, давайте сразу перейдем к эксперименту и не будем медлить. Берем наш iPhone, достаем из чехла. Нам понадобится арбуз. Мы вырезаем емкость специально для iPhone. Вот, чтобы он ровно вошел вдоль него. Вкусно. Итак, друзья, знаменательный момент. Мы кладем сюда. Отлично. Итак, друзья, как мы видим, телефон у нас внутри. Он не достается у нас. Вообще при чем? Итак, все. Мы готовы к самому эксперименту. Сними, что там действительно телефон. Пойдем поднимемся. Внимание, на 15 этаж. Итак, друзья, мы поднялись на 15 этаж. Итак, друзья, вот наш айфон. Мы его затыкаем. Пойдем быстрее. Кстати, сила раздавала. А ты смотрел? Что такое? Ты видел? Барбу взорвался, да. Там по машинам разлетелось это. Друзья. Что с твоей футболкой? Вот наш телефон. Проверяем. Он цел! Посмотри, покажи все машины, покажи все. А это твой здоровый мы сделали. Айфон цел. Цел, вроде одна кнопочка отлетела, но он цел. Мы немножко промахнулись. Покажи все, что вокруг, покажи все, что на машинах. Мне кажется, это реально горный эксперимент. И спасибо большое все, кто помогал нам. Спасибо Кириллу. Спасибо вот Владу, кто это снимает. Блин, действительно. Очень сложный эксперимент, мы его очень долго делали. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Тимур, Влад. Всем спасибо за просмотр. Но не могло закончиться все так хорошо. Нас заставили убираться. Друзья, мы убираем все. На этом мы закончим. Пока.